Привет. Ты с какого города? Из Харькова. Чё так уставший? Соберись. Да, поздно, мне спать надо уже. Так слушай, мне вопрос. Ага, конечно же. Почему вы не празднуете День Победы? Чё ты взял, что мы не празднуем? Ну, я общался со многими людьми здесь, и они говорят, что нет смысла праздновать, потому что это не наш праздник, они говорят. Ну, логично вообще, на самом деле. Но кто-то празднует, кто-то нет. У меня вот дедушка, к примеру, праздновал. Отец тоже. Я не отмечаю. За что отмечать? Типа, можем повторить и так далее. Это поможет запомнить. 8 мая у нас день траура о погибших. 9 я не вижу смысла. Почему? А зачем? А что, какая победа? Война что, не закончилась? Какая война? Ну ты же про Вторую мировую сейчас. Да? Ну. Вторая мировая не закончилась? Нет. Когда она закончилась? 2 сентября. Ну так а при чем здесь 9 мая к 2 сентября? Ну, Великая Отечественная закончилась 9 мая. Я не понимаю такого понятия, как Великая Отечественная. Для меня это как Советского Союза попытка была отойти, убрать из истории момент, когда они собирались вступать в альянс стран оси. То есть изначально ж как до 47-го года, да, до 47-го, я даже перепроверял недавно информацию, в Советском Союзе было два выходных. 9 мая и 3 сентября. Ну, в Советском Союзе и в России сейчас ввели недавно 3 сентября снова. Но у них на день чуть позже, чем в Европе ставятся. И так вот, в 47-м году убрали выходной день 3 сентября победы во Второй мировой и стали называть это победа Великой Отечественной войны. И сделали как прям парады. У меня другой вопрос есть. Вот победил Советский Союз, то есть Союз, большинство государств, правильно? Там этот день активно отмечали и так далее. Вот сейчас Россия так отмечает 9 мая, как не отмечали его победители. Какого перепуга? Ну, патриотичность поднять населению, что... В чем? Это называется культ войны. Это называется культ войны. Ну, население внедрить, что ну, их предки, и они же сами... Они предки победителей. Ну это называется культ войны, это пропаганда. Ну, где нет пропаганды? Ну, это называется культ войны. Ну, а чем занимался Муссолини, Гитлер? Я знаю... Муссолини, Гитлер... Ну... Кто такой Муссолини? Фашизм... Смотри. В Италии была идеология, правильно? Ну. В России есть идеология. Что такое фашизм? Знаешь, вот эти список, признаки фашизма. Нет, давай ответь на мой вопрос. Идеология в России есть? Конечно. Какая? Мы русские, с нами Бог, мы самая сильная нация, мы самые лучшие. Бей жидов, спасай Россию. Все хохлы — это недонация, хохлов украинцев не существует. Продолжать? Американцы — пиндосы. Продолжать? Это идеология? Да. У вас это прям построено на этом всем. Ты не знаешь, что такое идеология. Давай я тебе немножко объясню момент. Смотри, то, что вы не признаете на своем государственном уровне, что это все. И то, что у вас есть по факту, это две разных вещи. Украинцы, большинство россиян, которых я здесь встречаю, редкие хохлы. Большинство ваших деятелей отрицает понятие того, что украинцы как это существующая нация, типа это ответвление, скажем так, забывшие, что они русские. Есть. Украина у вашей идеологии это русская земля, а вы относите себя к русской земле, говорите, что это наша территория исконная. Есть. То есть вы отрицаете многое чего. Ты сначала дашь мне договорить, а потом объяснишь. Вы в этом всем отрицаете абсолютно все. И это все является, по сути, фашизмом. Поздравляю. Иначе... Кстати, смотри. Да. Здоров. Западную Украину кто присоединил? Запад. Правильно говорить Запад. Начнем с этого. Западная Украина. Запад, правильно говорить. Присоединилась к составу Украинской ССР. Украинская ССР в 1939.
Запад, во-первых. Кто ее присоединил? Общие усилия. Кто? Сталин. Сталин? Сталин лично пошел, Сталин. Присоединял? Да, он был руководителем, и все зависело от руководителя. Он дал, он написал приказ. Угу. Западную Сталин Украину, лично, например, я понял. Состав УССР. Так, и... Это первое. До этого всего Западная угу. Украина никогда не была... Спорим, Украина не была спорим, никогда целой. Спорим. Подожди. Нет, погоди, ты уже дал неверный тезис. Российская империя. Стой, ты уже дал Российская неверный империя. Тезис, ты уже ошибся. Почему? Как, поисковиком во время разговора пользуйся? Я тебе дал договорить, ты мне дашь договорить? Ну ладно, пока недолго. Почему недолго? Ну давай! Смотри, Российская империя. Территория Российской империи, да? Угу. А, Крым, Россия, у кого завоевала? Ты договаривай сначала. Ну, у Турции. Правильно, да. Крымская война, все дела. Крым завоевала Россия, взяла под свой контроль. Наших союзников, да, я помню. Так. Татар. Во времена Крымское СССР, ханство. Кто ее присоединил к Украине? Хрущев, правильно? Угу. Просто присоединил? Не просто, Крым. Ну ладно, я тебе потом когда расскажу воевали, это все. Русские воевали с турками, воевали за эту землю, а он просто берет и присоединяет Крым, правильно? Угу. К Украине. Нет, неправильно. Так. Вы за нее не воевали, вы ничего не делали. Вам только дарили эти земли. Вот эти вот все восточные земли, это русские, потому что во времена Российской империи там тоже чисто русские жили. А украинцы жили чисто вот в этом Запорожье, в общем-то, себя считали украинцами, угу. Окраина типа. Не окраина, ладно. Третий тезис. Я тезисы просто записываю, чтобы тебе... А потом вот эти какие-то там коммунисты приходят и дарят вам просто так чисто эти земли. Сталин, например, Западную Украину присоединил, Крым присоединили к Украине, Хрущев. Продолжать? Очень много вот этих земель, которые... Скажешь, русские, когда закончишь. Начинали присоединять Украине. Вот и все. Закончил? А вы говорите, что это украинские Нет еще. Земли. Закончил? Да. Так, ты сказал основные тезисы, по-моему, Запад Украины, Крым и окраинцы, да? Или что-то еще пропустил? Ну, давай. Не, что-то еще пропустил? Если пропустил, по-моему, что пропустил, не? Или это все? Нет. Понял. Смотри. Запад Украины. Во-первых. 1918 год. Знаешь что-то про события? Я понял. Украинская... Украинская Народная Рада утвердила конституционные основы вновь созданного государства, временный основной закон о государственной самостоятельности украинских земель, бывшей австро-венгерской монархии. Новое государство получило название Западноукраинская Народная Республика. Угу. Раз. Уже тезис неверный. Верховная Рада, находящаяся в то время в Киеве, вместе с новосформировавшейся армией, защищала Западноукраинскую Народную Республику, они объединились. А в итоге проиграли Польшу, но это уже входило в состав Украины. Раз, первая ошибка. Дальше идем. Могу тебе отсылаться еще дополнительно, Нет, потому что не перебивай ты меня, говоришь, ты спросил не перебивать. Говоришь. Давай, я тебя звук просто выключу, если ты хочешь так перебивать. Но ты же не хочешь, чтобы тебя звук убирал, хочешь, чтобы нормально общались, правильно? Уйти моя лапочка, обиделся. Фу, занудка. Так, мы на три тезиса было. Может, еще один будет? Ну ладно. Другий тезис. Треба ж розібрати. Крим присоединив Хрущов. Це взагалі повна нісенітниця, що касаємо цього, тому що в 54-му році в Криму Радянський Союз обличчя Росії нічого не зробив. І тому було прийнято рішення, я вже неодноразово це розказував, що запропонували Україні приєднати Крим з умовою, що вони його відбудують. Україна згодилась, був всерадянський референдум, і Крим приєднали. Це другий момент. І третій момент, дуже простий. Окраїнці, назвали окраїнцями. Слово «Окраїна» з'явилося у 15-16 столітті тільки. А вони ж, він сам сказав, що називали себе українцями. Це фігня взагалі повна. Ой, слабеньке та тупеньке.